Уважаемый господин президент, я очень рад вас видеть. Добрый день. Это ваш первый визит в нашу страну. Надеюсь, что он будет и удачным, и приятным. У нас восстанавливаются отношения, прерванные так иначе, не связанные с пандемией коронавируса. По вашему указанию, в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. На сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел. 2+2 в формате 2+2. Мы работаем активно и на международных площадках. Ну и, несмотря на все ограничения, в прошлом году у нас рост товарооборота составил 87%. Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более, что Бразилия является одним из ведущих, ну, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке. Это важная встреча. Добро пожаловать. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas: defesa, petróleo e gás, agricultura. E as reuniões estão acontecendo. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. Agradeço o seu ato em conceder um indulto a um brasileiro que estava na Rússia até o ano passado. Estamos à disposição e tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos.